Здесь уже падение сколько получилось? 3,8. Так, 3,8. 0,38. 3,5. 0,76. Так, ничего не надо. 0,76. Ну и теперь самое наивное. Значение стоматитов. Где их найти? Если вообще здесь есть проверку перехода на порядку просмотров пунктов 7.1.2.4. 7.1.2.4. 7.1.2.4. 7.1.2.4. 7.1.2.4. 7.1.2.4. 7.1.2.3. Вот она формула. Итак, вот они, нормативы для фронтовых контактов. Должно быть скрепление не больше 0,25. У нас зашкаливает. Вот этот контакт не удовлетворяет нормы, да? Соответственно, второй контакт надо чистить еще. Что касается половых контактов, то здесь норма 0,03. Какой выбор делаем? 7. 7. Все нормально. Ну и записываем наш журнал, где у нас сопротивление контактного перехода. Для половых контактов берем самое большое, которое получилось. Мы на 25. Ну а для фронтовых сначала почистим, а потом запишем. Дополнительно почистим, а потом запишем наибольшее, которое получилось. Ну, после чистки, наверное, у нас самое большое по 0,24. Так, это было сопротивление контактного перехода. 30-ку вывел, 5 метров отключил. Так, есть. Это у нас было сопротивление контактного перехода. Вопрос о контактном переходе. Так, сняли. Отсюда сняли. Как на столе там разместили, чтобы оно было. Придумайте лучше что-то сказать, как можно сделать так, чтобы не вываливались. Крокодилу прижимать сильно не хочется, потому что будет проваливаться и портиться. Что-то типа вот такого тоже как-то не знаю, что это стоит. Но все равно буду касаться здесь прижать. То есть еще пока я не придумал хорошего. Последняя характеристика осталась электрическая, потому что изоляция. Для этого нам потребуется мигрометр. В нашем случае мигрометров у нас сколько? 3 штуки. Есть вероятность, что будет еще 2 другого типа какого-то. Поэтому нужно быть готовым работать с любыми из них. Так, эти провода тоже отключим. Стоит обязательно попробовать. Проблемное место, потому что у этих самых у нас работников РТУ, у них что сделано? У них мигрометр приключен к столу такой же металлической пластины, соответственно, можно спокойно купить одной рукой, ничего никуда не уплывет. Здесь же у нас все-таки возможность такая есть. Итак, первое действие. Проверяем исправность проводов мигрометра, должно уйти в ноль. Уходит нормально, и будет расправить. Далее подключаем куда и как. В данном случае сейчас перемычка есть, то есть обмотки у меня соединены. Что я делаю? Я беру к одной из обмоток, подключаю клемму, а дальше начинаю вращать. Ну, уже не удобно. Так, контактов верхних у меня нет, вот эти есть. Не знаю, что придумать там. У нас сам. Нет, а не будет руки-то, кто-то сделал. Будет только опыт поставить. Ну вот если как-то вот так вот делать, тогда вроде бы ничего получается. Итак, проверяем, крутим, то есть контактами связи по обмотах нет. Всего сколько у нас таких контактов.
крутить только вот так. Никак иначе. Так, для удобства вытаскивания можно будет пользоваться отверткой. Расчленять, чтобы здесь. Еще не крутить. Так, значит, если действительно нам там не дают нормально померить, то выход какой? Соединять обмотки чем? Перемычкой, чтобы два раза не мерить.